Всем привет и рад вас видеть на канале Experience Game. С вами я, Skip888, и мы продолжаем играть в Вора. В прошлой серии нам удалось пробраться в это хранилище, и теперь нам надо каким-то образом украсть отсюда все, что сможем, все, что плохо приколочено, и то, что нам нужно, да? Как-то только прокрасться. Вот в чем вопрос. Так, а если у меня вообще... Черт, у меня больше концентрации-то особо нету. Надо ее как-то экономить. Так, система ловушек. Прямо тут как-то много. Так, кнопка. Жесть. Залез. Зачем залез? Так, там рычаг. Так. Окей. Письмо ревизору. Так, поручительство. О, аллилуйя. Концентрацию. Так, деньги. Так, давайте письмо почитаем. Это письмо. Письмо ревизору. Мистер Своллоу. Сэр, я протестую. Если об этом станет известно широкой публике, вы определенно получите бунт, которого так боитесь. Мне все труднее отвлекать персонал, выполняющий свои повседневные обязанности. Кто-нибудь узнает страшную правду о хранилище. Это лишь вопрос времени. Я бы очень хотел знать, что вы думаете по этому поводу. Кажется, барон не осознает всей тяжести ситуации. Все еще ваша Этель Маундерс. Так, ага, чего тут за тайны такие тайные? Так, а тут кто книжки лапу? Так, ничего. Так, еще новый документ. А, нет. Так, брошь. Кстати, как я двигаюсь? Прогресс, статистика. Да, невидимка, без повреждений. Краду максимум. Ну, вроде как неплохо так краду. Не то, что там прям максимум. Ну, вполне, как по мне, прилично. Так, я тут прыгаю. Что у нас здесь плохо лежит? Колечко. Так, кстати, настройки, мышь, клавиатура, настройки, клавиатура, сохраняться быстро на F5, наверное, да, а то я пользовался обычным сохранением, что не есть хорошо. Так. Ого, это я
Забыл про ловушки. Так, ну это меня не выдало. Без повреждений не смог пройти. Ну, кстати, загрузкой можно воспользоваться. Последнее сохранение. Глупо. Глупо получил повреждение. А, это плита вся в целом. Да что такое? Туплю. Окей. И там стояла там еще одна плита. Так, тут вещичка. Окей. Всякой фигни. Так. Так. Сохраняемся. Так, я вроде ничего не касался. Так, 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 так. Отворачивайся, камера. Как здесь пройти? Нет. Окей, тогда здесь пойдем. Так, сохранимся только. Дело.
ничего нету. Заходим. Окей. Так, как нам это да, смотреть? Как обезвредить эту фигню? Ладно, пока не представляю. Так, сохраняемся. Камера. Так, я не понял. Как туда попасть-то? Так, попробуем. Так. И чё? Пройдите звезду. А как это сделать? Так, что нифига на них пройдется таким образом. Будем пробовать. Так. Так, это не самый лучший способ, конечно. Ну что поделаешь, раз в 3-4 вариантов не вижу. Та-та-та-та-та.
Пошли. Пофиг, получим урон. И что толку, что я украду эти сундучки? Абсолютно толку с этого нету. Стоит подумать. Так. Так, тупо сюда поднимемся. Что это нам дает? Ага, чуть меньше, чем нифига. Вот что нам это дало. О, какая камера из строя легко выводится. Так, супер. Не знал, что они работают от свечи. Здорово. Тогда давайте мы просто с этой камерой разберемся и все. Так. Как это сделать? Так. Пробую так пролезть. Множество поднялся. Еще и что толку с моих исхищрений? Стоит сюда наступить. Сразу провал. А, блин, быстро туда не перебраться-то никак. Или перебраться?
успели. Окей, так. Торопимся как можем, нафиг. Чуть-чуть. Давай-давай-давай, торопись, торопись. Чуть-чуть. Капец. Давай быстрее, быстрее. Так как так? Капец, времени не хватает. Ну-ка, а так? Сработало. Забираю. Бедная леди Хаднал. Сначала пожар, теперь я. Так. Ого, яд. Это нехорошо. Определенно. Так, окей. Побежали. По крайней мере, мы поняли, как это сделать. Это уже полдела. О. Это зря. Ладно. Бедная леди Хаднал. Сначала пожар, теперь я. Так, ладно, бежим нафиг отсюда. Последнее сохранение, окей. Спина совсем разболелась. Так, меня сейчас спалили, нет? Так, нет еще. Я тебя найду, ты слышишь? А вот там я еще не искал, верно? Ты смотри, а я прикрою. Выходи на свет, не бойся. Пропал. Растворился в воздухе. Нафиг отсюда. Так, ладно. Лажа пошла. Так. Так, засранец. Надо было замученную кважину взглянуть, конечно. Что-то затупил. Тороплюсь, ладно, собрались и в бой.
Вот говно, заметил. Так, окей. Я узнаю, кто там прячется! Вы понимаете, кто я такой? Успокойся, парень. А вон там я еще не искал, верно? Из-за чего он осторожился-то? Что-то я не очень понимаю. Ну-ка, последнее сохранение. Так, где этот старый? Закрываем дверку, ибо он насторожится. Что случилось с этим местом? Так, филист гуляет. Сейчас заняться нечем тут. Я покажу ему, как решает вопросы у нас в Шоулсгейте. Твою налево. Так и спалил. Вот ч... гада, а. Целым табором тут бродят. Конечно, где тут от всех спрячешься? Каждую ночь одни и те же кошмары. А? Вор! Стоять! Да, блин. Опять меня спалили. Окей, надо действовать быстро и решительно, получается. Так. Открыто. Есть? Так, окей. Петли надо проверить. Замерзаю. Фак, тут еще один идет. Да твою налево. Спалился. Есть тут кто? Пойди ты. Отвечайте. Так, проходи мимо. Я знал, что этот плотник дегенерат. Плотник, дегенерат, все дела. Сохраняемся. Где тут еще вторая жертва? Так, прошел. Не спалился? Нет. Хорошо. Все, уходим. Наша миссия выполнена. Почти что как ниндзя. Заказ выполнен.
быть невидимкой готова. За это нам денежку дали. Все? Делов. Как выяснилось, довольно много. Ну да ладно. Так, что у нас теперь там основная сюжетка? Хорошо, тогда на этом давайте закончим. Продолжать будем уже в следующей серии. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И до скорой встречи. Всем пока-пока.